Уважаемые коллеги, прошу присаживаться. Я извиняюсь за небольшую задержку, которая произошла, но на это было две объективные причины. Первое, не было кворума для открытия собрания. На второе, мы ожидали приезд замминистра Министерства строительства Волкова Дмитрия Анатольевича, который сейчас мне забросил смс, что его вызвали в аппарат правительства. Поэтому я не могу вам зачитать приветствие министра, которое есть, которое я читал, но хотел сам его зачитать, поэтому вез сюда нарочно. Так что, реалии сегодняшнего дня, поэтому прошу еще раз извинить за задержку собрания. По состоянию, на данный момент у нас имеется 83 члена Академии, что является больше, чем нам нужно для того, чтобы открыть наше собрание. Поэтому я считаю, что мы вполне можем начать наше общее собрание. Возражений нет? Тогда приступаем к работе. Как всегда, по традиции, мы должны вспомнить тех наших членов Академии, которые за текущий год ушли из жизни. Из жизни ушли Григорьев Юрий Пантелеймонович, академик отделения архитектуры, Лежава Илья Георгиевич, академик отделения градостроительства, Десятов Владимир Григорьевич, член-корреспондент отделения архитектуры, и Миерович Марк Григорьевич, член-корреспондент отделения градостроительства. Прошу почтить память наших товарищей. Спасибо. Уважаемые коллеги, у всех вас в раздаточных материалах есть программа нашего общего собрания, в которой изложен порядок его проведения. Есть предложение утвердить этот документ и жестко ему следовать. Программа у нас с вами очень тяжелая. В связи с тем, что это не просто отчеты, но еще и выборы и президента, и вице-президентов, и ученых-секретарей. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. На президиуме было принято решение, что ведение нашего собрания будет, мы попросили вести собрание академика Лиховича Леонида Семеновича. Возражений не будет. Тогда, если можно, я вам передаю микрофон. Да, извините, надо. Кто за, прошу проголосовать. Коллеги, предлагается утвердить рабочий президиум собрания в составе рабочего президиума Академии. Нет возражений? Нет. Принимается. Рабочий президиум не должен заниматься.
слово. Приступаем к работе. У всех в раздаточном материале есть содержание, и первым докладом с отчетом о работе Академии выступает президент Академии, академик Кузьмин Александр Викторович. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, 26 марта 2019 года исполнилось 27 лет со дня выхода указа президента Российской Федерации об организации Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, которое было подписано первым президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным. То есть нашей Академии 27 лет. Вполне взрослый возраст. Но, как у любого живого организма, в ее пусть и недолгой истории нет похожих, а говоря на нашем профессиональном языке, нет типовых или приспособленных для повторного применения периодов жизнедеятельности. Каждая из них соответствует конкретной стадии развития нашей страны в целом и характеризуется, а точнее определяется, тем или иным государственным документом, точно отражающим отношение к академической науке в целом и всем государственным академиям в частности. Если говорить о прошедшем пятилетии, то есть об отчетном периоде существования РАСА с 2014 по 2019 год, да и о возможных перспективах на ближайшие 5 лет, развитие государственных академий в целом и нашей будет определяться принятым федеральным законом о Российской Академии Наук, реорганизации государственных академий наук и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также актуализированным уставом нашей Академии, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации в 2014 году. Именно тогда все государственные академии потеряли функции самоуправляемых научно-творческих организаций. Причем две из них, а именно Российская Академия Сельского Хозяйства и Российская Академия Медицинских Наук, были влиты в состав Российской Академии Наук. После всего чего все четыре сохраненные государственные академии, РААСН, а также Академия Образования и Художеств, оказались в ведении соответствующих федеральных органов исполнительной власти, сокращенно ФАИМов, и получением статуса федеральных государственных бюджетных учреждений. Так наша Академия тоже стала ФГБУ и оказалась в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства с передачей этому федеральному ведомству отдельных функций и полномочий учредителя. Если же говорить прямо, может быть, несколько по-простому, все сохранившиеся государственные академии были лишены имущественных прав, прямого государственного финансирования и потеряли свои подведомственные научные учреждения. Если же говорить конкретно о нас, о нашей Академии, то Минстрою России было передано в управление имущество академических институтов и региональных отделений РААСН, сами научные организации, также функции главного распорядителя государственных финансовых средств. Правда, с сохранением за нашей Академией функции прямого участия в координации и проведении научных фундаментальных поисковых исследований, обеспечение научно-методического сопровождения деятельности подведомственных Минстрою научных организаций, участию в разработке и экспертизе проектов нормативно-правовых актов, а также экспертной деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук. Так, в 2014-2018 годах Академия координировала проведение фундаментальных научных исследований по следующим направлениям. Первое из них – теоретические и исторические проблемы архитектуры и градостроительства, в том числе общетеоретические вопросы развития архитектуры, профессиональной культуры и образования,
исследования в области истории архитектуры и градостроительства, теоретические и методические проблемы сохранения и использования архитектурно-градостроительного наследия. Проблемы теории архитектуры, профессиональной культуры и образования, современная архитектура и цивилизационный процесс. Второе направление – развитие теоретических основ градостроительства, в том числе научные основы пространственного развития территории России, основы теории города, градостроительные основы повышения качества и безопасности городской среды. Третье направление – фундаментальные основы пространственного развития территории Российской Федерации, а именно научная основа организации территории России, развитие основ теории города, градостроительные основы повышения качества и безопасности среды жизнедеятельности. Четвертое направление – развитие теоретических основ строительных наук, физические вычислительные методы механики, новых строительных материалов и конструкций, методы обеспечения конструктивной безопасности зданий и сооружений, физико-химические основы структуры образования новых материалов, строительная физика и энергоэффективные системы, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания населения, разработка и ведение физико-механического моделирования и вычислительной механики новых материалов и конструкций. Отдельно хочу выделить междисциплинарные научные исследования в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, в выполнении которых принимали участие все отделения РАСА. Научные проблемы формирования средствами архитектуры среды жизнедеятельности, благоприятной для развития человека и сохранения природы. Координаторы Гнедовский Сергей Викторович, член-корреспондент Птичникова Галина Александрова. Например, по этому разделу во взаимодействии с коллегами выполняли исследования академик Боков Андрей Владимирович, академик Некрасов Андрей Борисович, академик Хихлуха Лев Васильевич, член-корреспондент Логвинов Виктор Николаевич, член-корреспондент Стариков Александр Александрович. Следующее. Научная основа модернизации среды жизнедеятельности на территории Российской Федерации средствами архитектуры, градостроительства и строительных наук. Координатор – академик Шубенков Михаил Валерьевич. Например, по этому разделу во взаимодействии с коллегами выполнялись исследования академик Бочаров Юрий Петрович, член-корреспондент Сарнацкий Эдуард Васильевич. Обеспечение безопасности и комфортности среды жизнедеятельности инженерных, социальных и природно-технологических систем городов и поселений на основе новой мировоззренческой парадигмы. Биосферная совместимость. Координатор – академик Ильичев Вячеслав Александрович. Кроме того, все отделения совместно выявляли тенденции развития и проводили прогнозные исследования, научные основы и стратегические приоритеты территориального градостроительной политики. Академик Любовный Владимир Яковлевич, член-корреспондент Юсин Георгий Семенович. Например, по этому разделу во взаимодействии с коллегами выполнял исследование член-корреспондент Катышев Георгий Иванович. Научная основа модернизации градостроительной деятельности, опять же, координатор академик Любовный Владимир Яковлевич, член-корреспондент Герцберг Лора Яковлевна. Например, по этому разделу во взаимодействии с коллегами выполняли исследования академик Бочаров Юрий Петрович, член-корреспондент Ломакина Дарья Юрьевна, член-корреспондент Митягин Сергей Дмитриевич, почетный член Вильяна Мак Яковлевич. В числе важнейших научных достижений членов и советников нашей Академии в последние годы можно отметить в частности следующие научные результаты и исследованные проблемы. В области архитектуры, культуры и архитектуры России, пути и перспективы развития, академик Бондаренко. Здание филармонии в парке Зарядье, член-корреспондент Плоткин. Стадион-арена ЦСКА, Москва, академики Боков и Буш.
В области градостроительства градостроительные проблемы расселения в приполярных и дальневосточных регионах Российской Федерации академик Лежава Илья Георгиевич. Особенности формирования отечественных градостроительных систем в постиндустриальный период общественного развития академик Шеменков Михаил Валерьевич. В области строительных наук Башня, Лахта-центр, Санкт-Петербург, академик Владимир Ильич Трауш. Комплексные экспериментальные и теоретические исследования физико-механических свойств высокопрочных стали фибробетонных новых составов. Академики Карпенко, академик Трауш, член корреспондент Каприелов. Комплекс научных исследовательских работ по расчетному обеспечению механической безопасности, состояния динамики, прочности и устойчивости систем, основания железобетонных конструкций, фундаментов и трибун. Эта работа, в том числе член-корреспондента Белостовского, практически на всех стадионах, которые были возведены к чемпионату мира. В целом же, рассматриваемый период жизнедеятельности нашей Академии с 14 по 19 год можно характеризовать как период приспособления к новым жизненным условиям, потребовавшим отныне отчитывающего руководство РАН, во-первых, поиска своего законного места во вновь образовавшемся отраслевом триумвирате, включающем в себя Минстрой России, нашу Академию и совокупность бывших нам подведомственных научных организаций. Во-вторых, выстраивание в новом формате взаимоотношения с некоторыми другими федеральными органами власти, такими как Минкультуры, Миноборнауки, Минпромторгов, Минэкономразвития и рядом других, ведь сфера деятельности РАСА далеко выходит за рамки очерченных имеющихся на сегодняшний день полномочий Минстроя России. В-третьих, обновление взаимоотношений с Российской Академией Наук и другими государственными академиями, оказавшихся в подчинении других федеральных органов исполнительной власти. Все это потребовало немало разносторонних, в том числе и управленческих усилий, а главное, растраченного на это творческие поступки такого дефицитного ресурса, как быстротечное время. Причем неоднократно вступая в одну и ту же реку, по-новому выстраивая взаимоотраслевые взаимоотношения при происшедшей смене руководства Минстроя России или неоднократной замене руководства одного из подведомственных ему научных организаций. Но, как ни странно, одной из нежданных сложностей в каждодневной работе нашей Академии в рамках вышеуказанного триумвирата оказалось не наше взаимодействие с отраслевым ПАИВом, то есть с Минстроем России, а именно с ранее нам подведомственными научными организациями. Особенно было тяжело в 2014 году, а именно найти взаимоотношения с ЦНИП Минстроем, этаким научно-практическим коктейлем МЕНИ, созданного путем слияния на базе Гвардейского института Снимграда четырех равноплавных по своему наполнению и размещенных в разных регионах ранее нам подчиненных институтов, в том числе научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, что лично я считал и считаю стратегической ошибкой прежнего состава Минстроя России, требующего своего завтрашнего безусловного исправления. В чем же выявились основные противоречия между нашей Академией с этим своим бывшим подвидом? Все оказалось просто и ненаучно. Просто желание бывшего руководства института выйти из зоны влияния Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук и напрямую решать вопросы, в том числе по фундаментальным исследованиям с Минстроем России. В целом же, несмотря на указанные выше сложности, Академия формирует, актуализирует и контролирует ежегодное исполнение плана фундаментальных научных исследований РАСА и Минстроя России, участвуя в мониторинге эффективности и оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минстрою России, а также проводя мониторинг
эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в этих научных организациях. Каждый год трижды наша Академия обращается к вышестоящей деятельности. Во-первых, Академия ежегодно готовит и направляет в правительство Российской Федерации предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, а также предложения по видам и формам организации научных исследований. Следом, Академия организует конкурсный отбор тем фундаментальных научных исследований в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, причем для оценки подаваемых заявок привлекаются высококвалифицированные эксперты, как правило, из членов Академии, академиков, членов-корреспондентов, а также почетных членов и советников РАСА. В-третьих, проведение мониторинга и экспертной оценки качества выполняемых фундаментальных научных исследований, для чего Академия постоянно совершенствует свою экспертную деятельность, формируя и развивая институт независимой экспертизы. Планируется внедрение системы аккредитации экспертов РАСА. Разработаны и внедрены ключевые принципы организации экспертизы различных объектов. Ставится задача повысить прозрачность всех экспертных процедур посредством публикации списков экспертов по направлениям. Публикация результатов независимой экспертизы отчетов, выполненных за счет средств государственного бюджета, совершенствование экспертных анкет. Хочется отметить, что состав Совета Главгосэкспертизы России, который является действующим совещательным экспертно-консультативным органом этой государственной организации, входит два члена нашей Академии. Это я и вице-президент по направлению строительной науки Травуш Владимир Ильич. Также следует отметить, что в течение этих 5 лет руководству нашей Академии удалось стать для Минстроя России своими не только по теме проведения фундаментальных научных исследований, но и в более приземленных вопросах, к которым относятся прикладные науки и поисковые исследования. Так, например, в прошлом году на заседаниях научного совета РАСА по техническому регулированию и строительству на основании материалов, представленных Федеральным центром нормирования, стандартизации и технические оценки соответствия в строительстве ФАО ФЦС, более известное в народе, а также с учетом мнения технического комитета по стандартизации строительства, были рассмотрены 246 заявок и предложений в план разработки сводок спот правил. Одобрено 197 предложений в план разработки методических материалов по применению нормативных методических документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений. 249 предложений в план научно-исследовательских опытно-конструкторских работ для развития нормативной базы технического регулирования. Одобрено 51. 58 предложений в план мероприятий по мониторингу и анализу действующих нормативных технических документов в сфере строительства. Одобрено 14. Кроме того, членами научного совета была проведена экспертиза 84 отчетов по выполненному в 2018 году НИР в рамках исполнения государственного задания ФАО ФСЦС. По каждому отчету учитывались результаты отзывов 1-2 оппонентов-экспертов из числа членов и советников РАСА. Если 2 были положительными, проходило, если нет, выносилось на рассмотрение научного совета. Некоторые, как правило, наиболее сложные документы готовятся собственно членами РАСА, к примеру, связанные с высотным строительством или таким понятием, как прогрессирующее разрушение. Особенно хотелось бы отметить работу по данному виду деятельности отделения строительных наук нашей Академии и лично вице-президента Травуша Владимира Ильича. Не могу не поделиться одной маленькой победой. Буквально на прошлой неделе подписано соглашение между РАСА и ФАО ФЦС, где нам отведена роль
как главная экспертная организация по рассмотрению работ, выполняемых в рамках исполнения государственного заказа ФАУСС. Также в 2016 году на нашу Академию были возложены функции базовой организации, обеспечивающей деятельность подкомитета градостроительства, комитета ТК 465. За два года проведена экспертиза 14 проектов сводов и правил по данной тематике, 9 в 2017 году, 5 в 2018 году. Отдельно бы хотелось остановиться на взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, то есть с рядом министерств и ныне упраздненным Федеральным агентством научных организаций, ведение которого с 2013 по 2018 год находилась Российская академия наук. И здесь бы хотелось отметить некий нравственный, можно сказать, наш внутрицеховой, на первый взгляд скупо просматривая, но точно отражающий реалии сегодняшний дня сюжет, что не все спокойно в нашем архитектурном королевстве, а именно на сегодня нет внутрицехового единения в нашей профессии. Когда работник Минэкономразвития, причем обладающий одной с нами кровью, на мое предложение о совместной работе в данном ФАИБе скромно может ответить, что мы для них чужие, так как находимся в ведении Минстроя России. То есть, оказавшись в рамках конкретного ФАИБа, мы стали смотреться, мягко говоря, сторонними для прочих ФАИБов. Здесь мне хотелось бы отметить четкую работу нашего отделения архитектуры с Министерством культуры России. В основном по вопросам, связанным с сохранением исторического и культурного наследия, а также личный вклад отметить в данную проблематику вице-президента по направлению архитектуры Кудрявцева Александра Петровича, заслуги которого обозначены его избранием в 2016 году председателем Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС, в составе которого работает более 350 членов на территории 12 регионов России. Особо хотелось бы обратить ваше внимание, что во многом благодаря активной позиции Академии, в том числе первого вице-президента нашей Академии Теличенко Валерия Ивановича и поддержки Миноборнауки, после пятилетнего перерыва удалось воссоздать секцию строительные технологии и архитектуры в составе Межведомственного совета по присуждению премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Я, как президент РАСН, возглавляю соответствующую комиссию. В прошлом году лауреатами данной премии стали члены нашей академии. Академик Баженов Юрий Михайлович и член-корреспондент Волков Андрей Анатольевич. В этом году вручены две премии по строительству и архитектуре. Команде национально-исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева и научному исследовательскому центру строительства. Также за прошедшие пятилетия лауреатами премии правительства Российской Федерации в области культуры стали академик Земцов Юрий Исаевич за театрально-культурный комплекс «Новая сцена» Александрийского театра и Гнедовский Сергей Викторович за новый музейный комплекс «Поля Куликовской битвы». Говоря о международном признании работы наших членов нашей Академии, нельзя не отметить парк «Зарядье» и размещенный в нем новый одноименный концертный зал, удостоенных в этом текущем году специального приза профессионального жюри престижной выставки «МИПИМ», которая проходит ежегодно в Каннах. Одним из членов авторского коллектива этих работ является член-корреспондент нашей Академии Плоткин Владимир Иванович. Важнейшим же культурным событием 2018 года стало вручение престижной архитектурной премии Агюста Пере президенту Союза архитекторов России, члену-корреспонденту нашей Академии Шамакову Николаю Ивановичу. Данная премия присуждается с 1963 года и присуждается Международным союзом архитекторов, который каждые три года зодчим, которые внесли выдающийся вклад в применение современных технологий в архитектуру и оказание влияния на развитие международного профессионального сообщества.
Хотелось бы отметить, что Николай Иванович стал первым лауреатом этой престижной международной премии не только среди российских, но и советских архитекторов. Если же говорить о прочих российских профессиональных наградах, то члены нашей Академии на регулярной основе становятся лауреатами и призерами премий Союза архитекторов России, а также региональных архитектурных смотров конкурсов. Так, в прошлом 2018 году гран-при Всероссийского фестиваля зодчества 18 и премию «Хрустальный дедал» были вручены мастерской академика Мамошина Михаила Александровича за стройку пешеходной набережной в городе Архангельске. Академия ежегодно организует и проводит конкурсы на медали и дипломы нашей академии, в том числе для молодых ученых и специалистов. Лучшие выпускники строительных и архитектурных вузов имеют возможность стать лауреатами медалей имени выдающегося инженера-конструктора Никитина и основателя Академии выдающегося архитектора Рычагова. На нашем общем собрании будет поставлен вопрос о возможности присвоения премии выдающегося градостроителя и педагога Лежавы Ильи Георгиевича студентам, получившим диплом градостроителя. Одним из приоритетов за прошедшие пятилетия в работе Академии стал комплекс работ по сближению нас с Российской Академией Наук, в том числе не только по научным направлениям деятельности, а так сказать и по материально осязаемым. Когда вместе с другими малыми государственными академиями, используя некие субъективные факторы и вписавшись в нужное время, удалось увеличить ежемесячные выплаты членам Академии с 30 для академиков и 15 тысяч рублей для членов-корреспондентов, вначале, соответственно, до 60 и 30, а следом и до 80 и 40, что составило 80% от выплат членам Российской Академии Наук. Может, это не совсем научно, но когда один из наших академиков-ветеранов признался мне, что ныне может постоянно оплачивать, ухаживая за ним сиделку, я считаю, что мы вовремя озаботились этим вопросом. Если же вернуться к научной составляющей в работе с Российской Академией Наук, то в первую очередь следует упомянуть заключенное еще в 2015 году соглашение о сотрудничестве между двумя академиями РАН и РААС, по которому за нами оставлено как ведущее направление экспертной деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительной науки. Главным предметом данного соглашения является организация взаимодействия при осуществлении задач и полномочий, возложенных на стороны законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, направленного на содействие развитию науки в Российской Федерации, включая повышение эффективности проведения развития научных исследований. С опорой на данное соглашение наша Академия совместно с научной организациями подведомственными строем успешно выполняются государственные программы. Развитие науки и технологий до 2020 года, фундаментальных научных исследований государственных академий до 2020 года, а также фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период. Одним из действенных результатов этой повседневной работы является направление в Российскую Академию Наук материалов для ежегодных докладов о реализации государственных научных политик в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными. Эти материалы нами через РАН отправляются в президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации, ну и также, соответственно, в Минстрой России и Минобрнауки. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года на смену государственной программе Российской Федерации развития науки и технологий до 2020 года пришла новая государственная программа. И мы, соответственно, очень приятно, что нам удалось сделать так, что мы записаны одним из исполнителей по нашим трем направлениям. Причем приятно видеть, когда смотришь слайды в Академии наук, когда видишь сначала РАН, потом РААС,
потом образование, потом художество. Но нам здесь повезло, мы на букву А, поэтому... Но зато перед всеми фаивами мы записаны в этой программе. На сегодняшний день достигнута договоренность о продлении действия имеющих соглашений о сотрудничестве между РАН и РАСом, что особенно важно с учетом выхода в свет постановления правительства Российской Федерации 30 декабря 2018 года об осуществлении федеральным государственным бюджетным учреждением Российской Академии Наук научного и научно-методического руководства, научной и образовательной деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования. Понимаете, да? Не только наука, но и образование. А также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями. Хочу отметить, что переговорная работа по данному документу уже начата, как с Российской Академией Наук, так и с руководством Минстроя России, которое в настоящее время готовит свои внутренние приказы по данной небезразличной для нас тематике. В свою очередь, имея собственное видение этого фундаментального вопроса, нами подготовлены соответствующие материалы, которые направлены для обсуждения как в Минстрое России, так и в Российскую Академию Наук. Кстати, переговорный процесс уже начат, проведены первые встречи на уровне руководства двух академий. Интересно, что эти двусторонние переговоры могут коснуться не только взаимодействия и экспертной деятельности нашей Академии по вопросам архитектуры, градостроительства и строительных наук с научными организациями под ведомством Минстроя, но и с подведами других ФАИГов, а также с образовательными организациями высшего образования. Современное состояние и будущее российской науки напрямую зависит от уровня и качества образовательной системы страны, для которой в результате ряда реформ характерны кризисные времена. Одной из основных задач Академии в среднесрочной перспективе должно стать деятельное участие в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, в общественной аккредитации образовательных программ, в подготовке научных кадров высших квалификаций. Необходимо всемирное развитие интеграции академической и вузовской науки. Если же говорить о работе внутри самой Академии, то в первую очередь хочется отметить принятые, начиная с 2015 года, меры по развитию ее региональной деятельности. К настоящему моменту сформировано 8 территориальных отделений Российской Академии архитектуры и строительных наук. Центральная, Приволжская, Дальневосточная, Сибирская, Северо-Западная, Уральская, Южная и Крымская, осуществляющих свою деятельность в пределах территории соответствующих федеральных округов Российской Федерации и объединяющих академиков, член-корреспондентов, почетных членов и советников РАС, а так некую околоакадемическую молодежь. В настоящее время продолжается работа по формированию структуры деятельности РАС в субъектах Российской Федерации. Прежде всего на основе развития сотрудничества за счет расширения сети представительств. В целях развития взаимодействия с администрациями российских регионов по направлению деятельности РАС, в частности, в 2018 году были подписаны соглашения о нашем сотрудничестве с администрацией Краснодарского края, правительством Иркутской области и правительством Ставропольского края. В соответствии с постановлением общего собрания членов РАСа в 2017 году в целях усиления роли РАСа в субъектах Российской Федерации, а также для повышения эффективной использованности научного, образовательного и инновационного потенциала членов РАСа, работающих как в образовательных организациях высшего образования, так и в научных организациях, были созданы и эффективно функционируют региональные академические научно-образовательные центры, в том числе на базе Томского государственного архитектурно-строительного университета и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Следует отметить большую работу, проведенную в этой связи ректорами этих университетов, членами-корреспондентом Сколубовичем Юрием Леонидовичем и советником
Красным, Власовым Виктором Алексеевичем, а также членом президиума нашей академиком Лиховичем Леонидом Семеновичем. Хочу отметить, что если говорить про наши слабые места, то в первую очередь это неравномерное распределение членов Академии по территории страны. Шутки по этой теме мне известны, но ныне надо серьезно заняться поиском ответа на этот, в чем-то даже дискриминационный вопрос. В соответствии с федеральным законом и уставом нашим, после более 3-летнего перерыва были проведены выборы академиков и член-корреспондентов. В 2020 году ожидаются очередные выборы членов Академии. Хотелось бы в этом году начать исправлять годами сложившуюся территориальную несправедливость. Вместе с тем хочу с определенным сожалением констатировать, что в настоящее время, лишившись в своем уставе понятия региональное отделение, юридически Академия не может вводить каких-то региональных квот. Здесь должно быть понимание для решения этого вопроса членов Академии. Кроме того, следует напомнить, что с целью привлечения более молодых, крупнейших мастеров архитектуры, ученых в области архитектуры, градостроительной и строительной науки, значительная часть соответствующей вакансии была объявлена с ограничением возраста кандидатов и членов Академии. Важным проходящим на протяжении 20 последних лет профессиональным сообществом значимых событий является Совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, проходящий под эгидой РААСа и Союза архитекторов России. По просьбе главных архитекторов регионов все эти годы его возглавляю я. В прошлом году, будучи главным архитектором Москвы, ныне президентом РААСа. Совет проходит 2 раза в год, 1 раз в Москве в рамках Всероссийского фестиваля зодчества и 1 раз в одном из других регионов России. Всего это знаковое мероприятие, не считая столицы, было проведено в 20 различных городах, расположенных от Калининграда до Иркутска. В этом году 44-й Совет главных архитекторов пройдет в городе Томске с 13 по 15 июня, причем по договоренности учредителей параллельно с региональным фестивалем зодчества Сибири и собранием сибирского отделения РААСа. Также в последние годы была оптимизирована сеть научных советов РААСа. В частности, в последнее время были созданы такие научные советы Академии, как железобетонные конструкции, методы расчета и проектирования, по цифровой экономике в градостроительстве, по проблемам архитектурно-пространственной среды, по историко-теоретическим проблемам, по техническому регулированию строительства. В 2019 году научный совет по программным средствам в строительстве и архитектуре был преобразован в научный совет по цифровым технологиям в строительстве и архитектуре. Следует отметить, что в условиях тех вызовов, которые ставит перед строительным сообществом необходимость реализации национальных проектов, создание указанных научных советов, по сути, является необходимым. К относительно новым направлениям деятельности нашей Академии можно отнести осуществление верификации программных средств, применяемых российскими проектными конструкторскими научно-исследовательскими организациями при определении нагрузок и воздействия напряженно деформируемого состояния, динамических характеристик, оценки прочности, устойчивости и безопасности конструкции зданий и сооружений. В 2019 году наукоемкую добровольную процедуру верификации, реализуемую в рамках деятельности научного совета РААСа, успешно прошли 6 программных комплексов, логотипы которых показаны на слайде. В настоящее время процедуры верификации проходит или готовится проходить еще ряд программных комплексов. Исторически это выросшая снизу инициатива, осуществляемая профессиональным сообществом расчетчиков, проектировщиков и разработчиков программ, в настоящее время признана государственными органами экспертизы как необходимые при расчетном обосновании уникальных объектов строительства, что является весьма показательным примером неравнодушного
и активности гражданского общества. По данной проблеме проблематики отдельно хотелось бы отметить деятельность главного ученого секретаря РАСН академика Акимова Павла Алексеевича, а также членов корреспондентов Белостоцкого Александра Михайловича и Сидорова Владимира Николаевича. Академия развивает инновационную деятельность, формируя, актуализируя и пополняя банк инновационных предложений РАСН, готовых для практического применения. Я в данной ситуации хотелось бы отметить вице-президента нашей Академии по инновациям Ильичева Вячеслава Александровича. Ведется накопление и обобщение информации по истории и современной практике архитектуры, градостроительных и строительных наук, обобщение мирового опыта и отечественной архитектурно-строительной практики. И все эти знания по доброй старой академической традиции формируются в академических изданиях, таких, к примеру, как двухтомная монография «Советское градостроительство, 17-й год, 1941 год», циклы монографий «Вопросы всеобщей истории архитектуры» и «Современная архитектура мира», «Деревянная архитектура, новые материалы и открытия» и другие подобные издания. Академия обеспечивает издание развития журнала «Академия строительства и архитектуры и строительства», центрального периодического научно-печатного издания в поле нашей деятельности. В состав редакционной коллегии и редакционного совета журнала входят ученые и специалисты мирового уровня в области архитектуры, градостроительства и строительных наук, в том числе академики и член-корреспонденты РАСН. В журнале публикуют самые значительные работы, доклады и дискуссии наиболее выдающихся российских и иностранных ученых. Вместе с тем, издание является трибуной не только маститых ученых, но и молодых специалистов. Результаты целого ряда диссертационных исследований были впервые опубликованы на страницах именно нашего журнала. В 2018 году журнал, а также его главный редактор, академик Исаулов Георгий Васильевич, были награждены дипломом «Лучшие печатные издания об архитектуре и архитекторах» в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-18». Кроме того, поставлена задача сделать журнал двухязычным и соответствовать требованиям международных стандартов. Также Академия определяет научно-методическую экспертизу, информационную политику Международного научного журнала «Международный журнал по расчету гражданских строительных конструкций». Этот журнал вошел в число российских научных журналов, которые соответствуют требованиям Web of Science, имеют значительную научную ценность как для российского сообщества, так и для зарубежных ученых. Следует отметить, что оба наши журнала вошли в число лучших изданий в разделе «Строительство архитектуры» рейтинга по итогам общественной экспертизы научных журналов. Оба наши журнала зарегистрированы в самых известных международных поисковых серверах в мире, индексирующих опубликованные в них статьи. В настоящее время прием статей на рассмотрение и рецензирование ведется через онлайн-систему. Приема статей на сайтах журналов. Приятно, что автор, который хочет опубликоваться в нашем журнале, имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции журнала в личном кабинете и получает соответствующие уведомления на свою личную электронную почту. В прошедшем пятилетии, как и более ранние периоды существования Академии, наши академики, член-корреспонденты, почетные члены и советники традиционно активно продолжаются публиковаться в ведущих российских и зарубежных научных изданиях, в том числе входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки, а также в индексируемых международных базах данных Web of Science и Scopus. Многие являются авторами монографий, учебников и учебных пособий. Кстати, в 2016 году наша Академия учредила гриф РАСН для учебников и учебных пособий, призванный стать знаком качества учебных изданий в области архитектуры, градостроительства и строительства.
гриф расам, присваиваемый по результатам комплексы научной и учебно-методической экспертизы учебных изданий членами Академии, должен быть важен как для рядовых читателей, так и для библиотек, стремящихся оперативно отобрать высококачественную учебную литературу по нашему профилю. На базе с участием или представителем Академии регулярно организуются и проводятся общественно значимые мероприятия в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук. Так, в частности, только в течение последнего года были проведены международные научные чтения, хан-медведовские чтения, международный симпозиум РАСМ, актуальные проблемы компьютерного моделирования, конструкции и сооружений, международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования, конструкции и сооружений», известные как «Золотовские чтения», международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие региона, архитектура, строительство, транспорт», международный научно-промышленный форум «Великие реки», первый научно-практический форум «Старт Билд», международная научно-практическая конференция «Фундаментальные прикладные вопросы геотехники, новые материалы, конструкции, технологии и расчеты», научная конференция по вопросам всеобщей истории архитектуры и другие подобные мероприятия. Так, например, с 1 по 8 июля 2018 года в Новосибирске на базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета прошла крупнейшая в России конференция по проблемам компьютерного моделирования в строительстве. Симпозиум собрал более 300 участников, из них порядка 200 человек очно. Ученых и специалистов из разных городов России и таких зарубежных стран, как Украина, Казахстан, Белоруссия, Польша, Армения, США, Вьетнам и Сербия, которые обсуждали теоретические основы и проблемы компьютерного моделирования, вопросы моделирования жизненных циклов зданий и сооружений на стадиях их возведения и эксплуатации, сопротивляемости прогрессирующему разрушению и других вопросов. За 3 дня работы симпозиума было заслушано 14 пленарных докладов, 85 устных докладов в 4 секциях и 30 стендовых докладов. Информация по всем мероприятиям была представлена в 2 форматах – непосредственно в аудитории и в формате видеотрансляции. Международное сотрудничество является важной уставной обязанностью РАСА. Этот вид деятельности имеет особое значение в современных условиях обострившейся международной обстановки. Международные контакты мастеров архитектуры и ученых в области архитектуры, градостроительства и строительной науки способствуют налаживанию межгосударственного диалога. Очевидно, что период глобализации российской науки и образования не могут нормально функционировать в отрыве от мировых. Знаком в этом отношении стало подписание в 2017 году в рамках официального визита делегации Академии в Китайскую Народную Республику соглашение о вхождении РАСА международный консорциум проекта «Новый шелковый путь». В рамках формирования государственной отраслевой политики Академия выступила одним из основных разработчиков проекта стратегии инновационного развития строительной отрасли России с конфедерацией на период до 2030 года. Принимала активное участие в подготовке материалов и решений Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса и совершения градостроительных действий. В настоящее время РАС участвует в создании стратегии развития строительного отрасли Российской Федерации на период до 2030 года. Следует отметить, что мнения членов РАСА принимают во внимание, в том числе и на уровне администрации президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, при разработке программ развития страны. Так, например, когда ученые-градостроители выступали против однозначного агломерационного принципа развития нашей страны, это было услышано и учтено. Также хотелось добавить, Академия должна вести содержательный, активный и уважательный диалог с обществом, способствуя его просвещению и разъясняя роль, место и значение науки в современной жизни. Большой перспективой является информационное развитие интернет-сайта РАСА, в том числе в части его становления как отраслевого интернет-портала о науке и технологиях, ориентированного на широкий спектр посетителей. Необходимо добавить существенное усилие
распространение в средствах массовой информации и в интернете, в том числе в социальных сетях, достоверной и объективной информации о деятельности расы, передовых научных знаниях, сведениях о результатах научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также о достижениях и открытиях ученых Академии. К сожалению, здесь мы с вами не на коне. Да, мы интересны той молодежи, которая хочет получить профессиональные знания в области архитектуры, градостроительства и строительной науки. Но к нам безразличны молодые люди, жаждущие сиюминутной славы, которые внушили, в том числе и с ведомственных верхов, что ученичество, связь мастер-ученик в наших профессиях не главное, что научиться на главного архитектора крупнейшего города можно за месяц, причем у людей, близко не стоящих в государственной службе или хотя бы имеющих общественную проектную практику. А заниматься благоустройством территории можно, не зная, что такое инженерная подготовка территории и что под положенной креативной плиткой проходит старые сгнившие, требующие скорого ремонта коммуникации. Надо пересмотреть свое отношение к такому понятию, как пиар, то есть к связи с общественностью, в первую очередь с молодежной аудиторией, в том числе проводя политику омолаживания Института советников в нашей Академии. Вы знаете, Институт советников – это наши силы, и мы должны более внимательно работать с ним. Когда мы вместе сложили советников по всем трем отделениям, это оказалось 590 человек по всей стране. И вот здесь как раз, мне кажется, наши силы, в том числе, выйти и в свет. И, конечно, активизация преподавательской деятельности должна, в том числе, как было в наши молодые годы, и профессионалов-практиков, в том числе, привлекая их к коллекционной работе. Это я знаю не на словах, уже 2 года читаю лекции в одном из, правда, частных архитектурно-строительных вузов. Также важна работа с родственными профессиональными общественными организациями. Как положительные примеры хочу привести работу с Национальным объединением проектировщиков и взыскателей, академик Пасохин Михаил Михайлович. Это по вопросам профессиональной квалификации архитекторов, градостроителей, инженеров, и с Союзом патриотов Урала по созданию достопримечательного места центра поселка Белипая. Академики Кузьмин, член-корреспондент Долков Александр Владимирович и Полянцев Евгений Вадимович. В завершение хочу отметить, а может быть и повторить, что в современных условиях важнейшей задачей расы становится развитие конструктивного диалога с органами власти, но главное, мне кажется, с обществом. Важнейшим фактом обеспечения эффективности этой деятельности является в том числе и личное взаимодействие членов, почетных членов и советников Академии с представителями органов государственной власти, со средствами массовой информации, в ходе которых должны раскрываться реальные возможности Академии для решения стратегических задач развития государства и общества. Все это необходимо осилить новому руководству Академии. Спасибо.